Девочки, ну вот это лежу в час. Раньше всех поставили, да? Час лежу. Представьте, раньше всех поставили. Вообще не капает. Вообще что-то там у меня творится, не знаю. Ну что это такое, блин? Забыла вам обед снять, завтрак снять, девочки. Ну, забыла, ну, Луна. Ну ты, бля. Все уже прокапались, одна я еще никак. Это что такое? Ну так, девочки, лежу. Лежу. Вот. Ну что-то вообще, как по этому, да? Ой, капец какой-то все. Девочки, ладно. Лежу. Ну что делать? У нас на улице он хорошо, солнышко. Вроде как бы. Ну так, мои хорошие, капаемся. Целый час второй пошел. Что-то все. Наверное, девочки, я съела кашу геркулесную. Утром забыла снять. Ну, все, снимаю пустую тарелочку. Вот такие дела, девчурочки. Хотела снять и забыла. Ну, каша овсянка была. Девочки, я не снимала каждый день. Вот это сниму все. Потому что каждый день одно и то же, наверное. Девочки, смотрите. Нам дали обед. Девочки, завтрак я сняла, ну, уже съела была. Ну, пустую тарелочку сняла, там овсянка была. Вот рыбный суп. Вот котлета. Гречка. Ну, вот такой, девочки, у нас. Я ни в чай ничего не брала, потому что у меня цикори. Ой, ну, это кофе. Все, девочки, вот такой. Вот такой суп. Ну, что есть, что дали, то и будем есть. Вот такие дела. Ну, все. Девочки, ужин у нас. Вот, смотрите, винегретик и рыбка. Вот такой у нас ужин, девочки. Сейчас я себе чай закипячу. Вот, хлебушек у меня есть. Я хлебушек купила. Ну, девочки, какой хороший. Вот так у меня хлебушек горчичный. Ой, вот такой ужин, девочки, будет. Ну и чай сделаю. Вот. Все, мои хорошие. Всем пока-пока. Смотрите мои видео.